За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 195 происшествий. Из них 8 преступлений, 5 из которых раскрыто. По 3 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 65 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. 24 января текущего года около 17 часов в районе деревни Тошвиска Ненецкого автономного округа произошло опрокидывание снегохода под управлением жителя Республики Коми 1977 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту сотрудники полиции проводят предварительную проверку. 28 января около 4 часов 30 минут мужчина 1990 года рождения, находясь у клуба по улице Юбилейной города Нарьян-Мара, из оружия, похожего на пистолет, произвел выстрелы в двух молодых людей 1989 годов рождения. В результате происшествия оба молодых человека доставлены в приемный покой Ненецкой окружной больницы, где им оказана медицинская помощь. В ходе осмотра места происшествия полицейскими для производства баллистической экспертизы изъяты гильзы и оружие. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что стрелявший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 25 января текущего года произошло хищение музыкального оборудования из квартиры жилого дома по улице Заводской города Нарьян-Мара. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлено, что хищение совершил ранее судимый за кражу житель Нарьян-Мара 88 года рождения путем пролома входной двери. В настоящее время похищенное имущество изъято и после проведения следственных действий будет возвращено владельцу. По данному факту следователям следственного отдела Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом А части 3 статьи 158, кража, совершенная с проникновением в жилище. В вечернее время 28 января текущего года в дежурную часть полиции позвонил житель Нарьян-Мара и сообщил, что из подвала строящегося дома по улице Тыковылка двое подозрительных людей выносят утеплитель. В это же самое время инспектор направления обеспечения вооружения УМВД России по Ненецкому автономному округу, старший лейтенант внутренней службы Руслан Ануфриев, проезжая на личном автомобиле, увидел двух подозрительных людей с упаковками утеплителя в руках, выходящих из подвала строящегося дома. Сотрудник органов внутренних дел решил сам задержать злоумышленников. Увидев выходящего из автомобиля человека, оба мужчины, бросив утеплитель, попытались скрыться. В результате погони сотрудник задержал одного из мужчин, а тут же подоспевший наряд отделения патрульно-постовой службы полиции задержал второго злоумышленника. Полицейские установили, что кражу имущества из подвала совершили ранее несудимые жители Нарьян-Мара 89 и 81 годов рождения. По факту кражи сотрудниками полиции проводится проверка. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. На зимних автодорогах с 15 по 25 января на территории вахтового поселка Харьягинский Ненецкого автономного округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Вахта». Всего проверено 580 лиц, выявлено 38 административных правонарушений. Изъято одно оружие и 21 патрон. Выявлен один водитель, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В целях повышения эффективности деятельности УМВД по взысканию административных штрафов с 25 по 26 января на территории Ненецкого автономного округа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Проверено 217 адресов, проведены 84 беседы, выданы 162 квитанции для оплаты штрафов. Предоставлены квитанции об уплате штрафов на сумму 6105 рублей. Составлено 7 административных протоколов по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В минувшую пятницу на территории города Нарьян-Мара и поселка Искателей сотрудники госавтоинспекции провели специальное мероприятие «Нетрезвый водитель», целью которого являлась массовая проверка автотранспорта, выявление водителей в состоянии опьянения, а также грубых нарушений правил дорожного движения. В ходе мероприятия проверено 225 единиц автотранспорта, выявлено и пресечено 4 административных правонарушения, одно из которых – управление транспортным средством без права на управление. Отдел госавтоинспекции Ненецкого автономного округа обращает внимание водителей на строгое и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения,
а также предупреждает об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 24 января текущего года в дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу с заявлением обратился житель поселка Искателей 82 года рождения, который сообщил, что 21 января текущего года он разместил объявление о продаже своего автомобиля на сайте avito.ru и стал жертвой интернет-мошенников. Для связи он указал свой мобильный телефон. На следующий день пришло смс-сообщение с предложением обмена его автомобиля и ссылка на фото. Когда потерпевший нажал на указанную в сообщении ссылку, думая, что загрузится фотография, ему на телефон установилось приложение «Авито Фото». После установки данного приложения на телефоне стал постоянно отключаться звук, многие приложения стали некорректно работать, а через непродолжительное время мужчина узнал, что с его банковской карты с помощью приложения «Мобильный банк» списаны денежные средства в сумме 4 500 рублей. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 25 января 2017 года постановлением Мирового суда Ненецкого автономного округа гражданин привлечен к административной ответственности. В новогоднюю ночь сотрудники полиции в ходе патрулирования в одном из подъездов жилых домов по улице Ленина был задержан гражданин 95 года рождения. При наружном осмотре у него были найдены приспособления для употребления наркотических веществ. Проведенные исследования показали наличие в них остатков синтетических наркотических средств, так называемых спайсов. Мужчина привлечен к ответственности по части 1 статьи 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. И ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4,5 тысяч рублей. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя. We'll be right back.